первых дней, когда вы приняли решение строить, вы мне много рассказывали про это место, Дальний Восток. Далекий, но нашинский, отечество у нас одно, хоть мы и живем в двух государствах, мы, в отличие от некоторых республик, сохранили вот это единство, и мы полны решимости упрочить это единство. Я знаю, что буквально недавно, согласно настоятельному вашему решению и предложению к депутатам, были сняты все ограничения для белорусов для работы в Российской Федерации. Это очень сильный шаг. Наши люди очень хорошо это восприняли. Спасибо, что пригласили нас поучаствовать в этом строительстве. Мы обязательно примем ваше предложение, предложим вам интересные варианты. Вы на белорусов можете рассчитывать. Спасибо вам большое. Знайте, что при любой ситуации, которая бы ни складывалась, вы в этом убеждены, но и россияне должны быть убеждены, мы всегда будем рядом. Как бы ни складывалась обстановка. И не надо кому-то думать, что Россия такая огромная, действительно, может полдня надо лететь с одного края в другой край. Беларусь поменьше, но дело не в этом. Мал золотник да дорог. У нас есть что положить на чашу огромной России. Мы выстоим. Нам немножко времени надо.